Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить игру. Какую игру? Горящая башка в аду. Горящая башка в аду. Продолжаем. Мы ждали целую недельку, вы ждали, мы ждали. Ах, дождались. Мэри. Давай, подзаряжай бошку и пойдем. О, точно. Ну-ка, дай кое-что проверить. Так. Что там проверить хочешь? Сейчас, оп. Бег? Да. Давай, бег. Заряжайся, кровавая башка. А, хочешь получить? Хочешь? Мы научились уже какими-то трюками, да, обучились там что-то умеем делать. Повысили ему всяких способностей. Ну чё, куда нам бежать надо? Я даже не знаю. Тут сюда, наверное. Мы в прошлой серии ехали куда-то наверх. И доехали. Доехали. Сюда вот что? Сюда доехали. Попробуй сюда заехать. Есть. Сейчас посмотрим, что там будет. А что там у нас будет? Хрена. О, ничего себе, он там забегал. А, козлы, давай. Кто за меня тут? Так, вот этого мне не нравится. Кто там бегает? Ну хмыри, давайте, паскуда. Что-то они быстрее стали бегать. А, вот этот гад. Вот этого надо гаденыша мне убить. Он стреляет электричеством. Да. И очень хорошо попадает. Да, нам кто-то писал в комментариях, что типа вот набрали себе жизни, да, и теперь Леша не боится. А, нет, не следит за жизнями, теперь мы так, да, играем ради удовольствия, да? Да нет, это что-то они быстро кончаются. Когда жизни заканчиваются, то надо тут посерьезнее. Не хочется уже все заново переигрывать. А сейчас пока как бы жизни позволяют играть. Чтобы, так он уже проигрывать немножко, чтобы нас. О, мы сейчас уйди, сейчас мы кнопочку нажмем. Давай. Goodbye. Получай. Это ты их, да, так переворачиваешь? Это он сам автоматически. Когда подходишь, вот смотри, оп, я так жму кнопку, видишь? Видишь? Так, еще хмырь живой. Они мне напоминают из этого, из Сеги, что ли, помнишь, там так закричали. Надо будет поиграть. Стрит, что там Стрит Файтер. О, гудбай. Круто. Два сразу, да? Там можно играть за двоих сразу, вот мы думаем. Кстати, думаю, хорошая идея, да, поиграть в эту игру. Охренеть, да, она сложная, но мы ее прошли, но она сложная. В общем-то, Леша ее потом уже в конце один проходил, я уже все там проиграла, и у меня уже жизни не осталось. Нет, по-моему, мы вдвоем прошли. Ну, мы там вообще нормально играли, тоже как команда бежали. Есть. Можно будет поиграть тоже. Ну, что здесь, Ильич? Сеговская игра называется. А, или... О. Ах, Мэри, опять ко мне идете? Так, ты чё там, Свистунов? На, будешь, я ногой могу бить. Ах, Мэри, ну как вам, я могу, получаю. Сейчас мы крутых. Вот так вам, бапуасы. Так, товарищ электроток, электрошок. Ну, нифига себе, он стреляет. Блин, паскуда, а? Где ты там, Ильич, батенька, Попкович? Исчез, что ли? Он сейчас в другом месте, кажется. Так, нам надо его гасить. Он место подбирает, где ему стрелять. Да, нам надо его гасить, а то он на меш... Блин, гад, исчезает. У нас огненная нога есть. Ха-ха. А, получай, хмы. Хочешь ногу? Хвостиком машет. Блин, паскуда, задел. Задел, да. А ну, хмырёк, я тебе пузырёк сейчас получишь у меня. Давай, давай, куда ты идешь на меня? Да что ты не гасишься-то, хмырь? А? Хочешь вертушку? Вертушку из погремушки, из юлы. Че там, голова акулы, что ли, лежит на ней? Да, смотри, нет, это сама акула лежит. Да? Ага. Зеленая. Сейчас я ногой тебе. На! О, есть, смотри, я его сейчас подниму. Прощайся жизнью, папуас.
Они, кстати, на Ктулху похожи, да, на эти? Да, я уже говорил, ты да. Ты уже говорил, да, но я это сейчас эпизод Ктулху, там тоже. Ах мы, типа пол... Ох ты, ты видела, как охрененно. Да. Блин, опять появился, смотри. Сейчас я тебя загашу. Видела, чего? Что ты там вытворяешь? Да это я его саданул. Где ты есть, бабуин? Хвостатый хмырь. Так, ребят, вы тут что-то оборзели. Ах, хмырь. Там у нас еще осталось. Давай, давай, получай, гад. Так, ты меня садишь, всаживаешь, гад. Где ты есть? Мне надо тебя убить. Ты сволочуга. Хочешь акулью голову сожрать? Разве она там целая? Она в каком-то свитере лежит. Ага. В свитере? Да. Акулу одели, свитер нормально. Не, ну смотри, да. А замерзла. Как это еще назвать? Такой зелененький. Вот у меня тоже есть сильные. Типа такого свитера. Тоже зелененький с какими-то. Да где ты есть? Акула в свитере лежит нормально. Так, вот этого хмыря надо гасить срочно. Так, что-то мы встреваем. Хорошо, я буду другую тактику делать. И в чем она заключается, эта тактика? Вот это, буду вертеться и бить плеточкой. Где это она? Потому что он очень мешается. Смотри, он очень долгоиграющий какой-то. Сейчас мы его загасим. Он мешается, очень мешается. Слушай, ну подохни ты уже, Ильич. Все, гудбай. Все. На, иди к Ктулху. Ну этих можно так бить кулаками, готов... да? О, блин, что это было? Блин, какие сильные личины. Против. На, получай, хмырь. А еще хотите? Бабуины. Вот так он нахрен. Давай, Ильич. Так, вот это надо прыгнуть. Ах, скотина. А, хочешь еще? Прыгай, прыгай, прыгай. Все, сейчас ты у меня исчезнешь с лица ада. Все, есть. Так, что здесь за пупок? Пупок, прощайся. Мусор, всё, половая всё. Тряпка. Так, все отлично. Готов. Готов. Я готов, да. У меня смотри, сколько энергии отнялось. Где у нас здесь заряжалка башки? Акула, ты что, свитер оделась? Точно, такой же, как свитер, как у тебя. Я же говорю, как у меня свитер, помнишь? Да она такой? Просто лежит, отдыхает. Ну ладно. У меня немножко такой бирюзовенький, конечно, но тоже такой зеленовато-бирюзовый. Где? Где? О, на ничего плавают, смотри, наверх иди. Или куда там? Куда надо-то вообще? Да, я знаю, наверх, да, то есть кто-то что-то плавает. Там акула плавает, представляешь? Ага, да. Обалдеть, давай около акулы пробежим. Где акула? Наверху? Да, наверху. Блин, нам бы жизни понабрать, но вот что-то нету горящей. О, вон она там плавает. А что у нее рот открыт, не понимаю. Да жрать хочет или воду всасывает с планктоном? Очень такое было. Воду с планктоном всасывает. Откуда это мы забрались? Так, вот сюда идем. Есть. Да, вот сюда, вот сюда нам. А это что такое? Что это за парил? Туман. Парилка. О, хорошо, спасибо. Отлично. Ну и здесь попариться можно, да, смотри? Ну да, ну банька в аду. Сауна, сауна. Банька в аду. Да. Даже эти, пол такой же, как в сауне сделан. Эти сливные такие, как сказать, квадратики. Да, смотри, сколько сливные у нас. Сливные эти, люки какие-то такие. Сливать и кровь. И сам пар, собственно говоря, идет. Все, мы все забрали, да, все охренеть. Забрали все. Поперли в Е1. Зато у них пожара больше не будет. Да. Только у демона пердёж. Только мы будем гореть. Да. Всегда. В поддержку нашей жизни. Так, ну давай, побежали. Ну кто здесь? Во. Так. Во. Твои друзья. Вот ах, нам сюда надо бить. 63 вот сюда нам. Давай, узкоглазик. А? Как ты их быстро, а? Да, приемчики. Хмыремчики.
А? Ох, вот так и он газовая это видала, как он может. Молодец. Ну ты же нажимаешь, ты да, же нажимаешь. Сейчас все. Так, что здесь пупки? А, видите, хотите получить, сволочь? Круто, да? Ну вот они и меня дерут. Научился с этим трюком, да, и теперь вот показывать вам класс. Пистолет. Есть, пистолетик. О? А ты, чувачок, сейчас подохнешь. А? Не, паску. О, сейчас вот я тебе кнопочку нажму. Я думал, он в летучем уже превратился. Прощайся, жизнь. Такие какие-то крылья полетели. Думаю, а ты такое. Иди сюда. Я думал, они уже и превращаться умеют. Так, кто там меня всаживает? А, получил по башне, сволочуга. Будешь знать, как нападать на нас. Так, меня вот хмырь раздражает. Подожди, сейчас я убью вас всех. Кто там пинает меня? Вот этот хмырь. Ты подожди тут кидаться. Куда побежал, фриц? А? Еще хочешь? А вот получай. 10 против 1. Давай, давай, давай. Goodbye. Сразу двоих. Отлично. Так, вот этот мне не нужен. Смотри, он всаживает и убегает. Иди сюда, гад. Сейчас я тебя загашу, чтобы ты не мешался. Goodbye. Воу. Молодец, гонщик. Отличный ты парень. Хорошо дерешься. Так, кто там еще? Смотри, у нас апгрейдов летает. Ну, это маловато. Только 1500 было бы, 1010, а? Будешь знать, как нападать. Да, кстати, там же можно какие-то комиксы, что-то такое открывать. А-а-а. По призрачному гонщику мы когда наберем. Смотри, он еще живой, нахуй. Все функции наши, так, которые так, ты можно... кто такой? Мы потом посмотрим, что там за куда... ролики, что там такое. Да, посмотрим, посмотрим. Оп-оп-оп-оп, видела? Ну, ты даже у меня лечь не можешь. Я говорю, как-то он быстрее, да, вроде стал? Ага. Так, давай, попок, сюда иди. Подожди, гонщик, не туда, не туда. Все, Ильич, батенька, а? Сейчас наберем ваш бан апгрейдера. Нам, походу, сюда, да? Все, 63, что ли, что-то такое. Ну, попробуй зайди. Нет, не сюда. А ящик можно бить? Ух ты. Ой, в ящике апгрейд. Так, это что за хрень? Ты что, еще живой, что ли? Получай. Фриц. А, вон она, та дверь. Музыка-то идет, раз музыка ага. идет, значит еще не все, не все закончено. Все, выбили. Ой, вот этот фриц появился. Брутальный. К сожалению, я буду его только так гасить, но его нафиг, жизни тратить. Два брутальчика у нас. Блин, два хмыря. Еще эти пупки кидают. Два и два против одного. Goodbye. А? Сейчас я вам покажу, гады. Ну, посмотрим. Он уже сдох. Я высосал из него душу. Ха-ха-ха. Что это было? Все высосал. Один сдох, блин, а второй нет. Так, ты что здесь делаешь? Ты на кого нападаешь? Хмы. Видели, да, что он сделал? А-а-а. Забрал душу монстра себе. Давай, давай, откидывайся, фриз. Так, не хулюгань, хулио. Где ты там появишься? Прыгун. Прыг-скок. О, готовься, готовься к смерти. Жаба из Ктулху. Ему нравится его так кидать, да, за хвост переворачивать. Так, а вот эти, с этими комбо надо, с этими надо повозиться. Брутал набрать. Быстро. Все. Ильич, если ты где? Если они там по одному, то нормально. Ильич, да. Давай его, он тебя ждет уже. Он стоял, ждет, стоял, ждал, когда его очередь настала. Так, понятно. О-о-о-о-о-о. Ух, как они быстро, да? Сумасшедшие. Давай, у нас вода есть, душа воды у нас есть, там или как есть. Опять водичку кататься, что ли? Впитывай воду. О, есть, прошли. Так, ну что? Давай еще сейчас посмотрим, что надо как. Посмотрим, что как, и, наверное, 5000, закончим. 7000 апгрейд еще сейчас возьмем. Сохранить? Да. Да.
Вообще отлично было сегодня, прям такой вот уровень прошли. Увидели акулу в свитере. Да, акула в свитере. И в чулках. Ок. Ок. Не извлекайте карту памяти контроля из вас. Ок. Пошел вон. Или не... Ой, смотри, там что-то какая-то тарелка, что ли? Да. Ох, вот походу сейчас босс пробуждение будет. Пробуждение Блэка, да. Да, походу. Ну мы не будем тогда, если... Ух ты, давай просто Black понюхаем, как он воняет. Блэкауча. Да. Блэкачта. Блэкачта. Или блэкаута. Ага. Блэкаут. Блэкаут. О. Черный выход. Зрачный всадник нашел блэкаута, ждущего на войне. А, блэкаут, да. Звук заедает, так что вот так вот мы оставим. Да, кто ничего нам там писал, что что-то там мы вначале, вот ребята так вот. Вот, посмотрите, мы оставим оригинал. Ух ты. Готов принять ванну. Это второй босс. Была эта женщина была, сейчас это мужик. Какой-то он бледненький. Серый, да, какой-то уже. Да. Посерел. Все, тебе уже хана, ты уже что-то слабенький. Полутрупыч. А, драться что ли с ним? Походу на воде надо будет тебе ехать сейчас. Да ебо. На мотоцикле. Ух ты, круто. Ну это мы в следующей серии, наверное, уже будем делать. Ну ладно. Подожди, а где апгрейд? Давай апгрейд и купим тогда. Давай купим апгрейд. Что мы можем купить? Это у нас все куплено, правильно? Да. Теперь рождение. Что это за... комиксы какие-то. Ролики, галерея. Вот. Особое. Вот. Вот здоровье здесь... полностью. Дух. Дух. Заряд цепи. Ой, подожди. Так, сейчас, секундочку. Давай, цепи, заряд цепи. Ну, хвати, пожалуйста. Есть. Enjoy, наслаждайся. Давай дух. Так духа там мало. Ну, давай, хоть сколько. Давай дух. Давай чуть-чуть. Ну, вот, больше половины, да, и заряд цепи весь. Душ. Все, друзья, здесь мы и закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, вступайте в руку, контакт, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, спасибо, что смотрите нас. Смотрите наше прохождение. Пока.